Лицезрение мыслью мы признали. Сущность духа, рухания здесь, ну термины уже свои. Это действо рабитой назвали, духовной связью, заменителем любви, предшественником любви к Богу. Сегодня, который за неверие выдают. Мы уже много раз говорили о ее доказательствах в Коране, в хадисах и так далее. Это действо рабитой назвали, много этажей в том деле есть. И духовной сущностью, коль связан. Ну давайте еще раз напомним, раз такое дело. Кунума ас-садикин, будьте вместе с садикинами. Это кораническая яд, глагол повелительного наклонения. Быть вместе с ними. Убайдуллах Ахрар, самаркандский ученый средневековья, сделал это в Сербирае. Он великий ученый ханафитский и святой нахшбандийского пути. Он сказал, что быть вместе с садикинами есть два значения. Суратан ва маана. То есть телом внешне и маана по сути. И вот это по сути он назвал рабитой. То есть когда человек все время присутствует вместе с садикинами. Это определенный сорт святых. Не все святые могут быть такими. Рабита не на всех делается. Там особые ранги. Фана мутляк, бака акмаль. Там такие условия, что там науадир. Это редко кто туда достигает, чтобы таким стать. Святых великих много, очень много. Но даже среди великих это мало кому дают. Поэтому это исполнение коранического аята «Кунума ас-садикин» – «Будьте вместе с садикинами». Там приказ, он не обсуждается, если кому рабита не подходит. Ну и все остальное, рисаля Халидия есть такая, шейха Халида, там на 6 страницах, там все доводы приведены, кому интересно, почитайте арабский подлинник.